Итак, всем привет! С вами снова Сандра Виталини. Я рада приветствовать вас на моем канале. Сегодняшнее видео будет о том, как ухаживать за своими губами, как правильно пользоваться скрабами, бальзамами для губ. Это будет не отдельный обзор на скрабы и бальзамы для губ. Это будет видео, в котором я расскажу, как именно пользоваться, что зачем наносить. И кому интересно такого рода видео, оставайтесь со мной и давайте начнем. Итак, первое, что нужно сделать, это умыться теплой водой. Теперь мы должны нанести на губы такой вот скраб для губ. У меня, к примеру, вот такой вот скраб для губ Лаш. Вы можете взять какой-то другой. Он у меня с сахарной ватой или же с жвачкой. Все говорят по-разному. Хотя написано, что с жвачкой. Он безумно приятно пахнет чем-то сладеньким. И берем и наносим его на губы тоненьким, притоненьким слоем. Теперь берем и наносим более толстым слоем. Наносим. И закрываем баночку. И ждем ровно 5 минут. Прошло 5 минут, и мы смываем наш скраб теплой водичкой. И сразу я хотела бы сказать, что скраб для губ и бальзам для губ ни у кого не может быть одинаковый, к сожалению, но это не имеет значения. Теперь мы наносим бальзам для губ или же помаду, блеск. У меня, к примеру, вот такой вот бальзамчик от Нивес цветом, фруктовое сияние, клубничка. Вот так вот он выглядит, вот такой вот красненький, безумно приятно пахнет. И мы его наносим на губы. И теперь мы спокойно можем идти куда-то и наслаждаться. И сейчас мы можем спокойно, как я уже сказала, идти гулять. И думаю, что с нашими губами будет все отлично. И все будут кричать вот так. Да! Потому что наши губы в идеальном состоянии. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Вы поставите палец вверх, подпишитесь на мой канал. С вами была Сандра Виталини. Всем пока!